оружие войны. Роль снабжения в войне. Наполеон говорил, что армия хорошо воюет на сытый желудок. В ходе Второй мировой войны выяснилось, что для войск важен не только сытый желудок, но и запасы боеприпасов, топлива и пути снабжения. Это работа тыла, средства, необходимые для ведения войны. Они также важны, как численные преимущества, качество материальной части и боевой дух войск. Современная армия бесполезна, если солдаты не прокормленные. Превосходные пушки не будут стрелять без снарядов, а танки не будут ездить просто на боевом духе. Завоевательная война Наполеона потерпела неудачу в снегах России. Многие считают, что и планы Гитлера завершились крахом по тому же. Настоящая причина кроется в вопросах снабжения. Снабжение и тыловое обеспечение чрезвычайно важны для действующей армии. Каждый солдат съедает примерно 1,5 килограмма припасов в день и выпивает около 2 литров воды в день. Оружию нужны патроны, техники, топливо. Хотя проблемы снабжения не контролируют полностью выбор стратегии командующим, они во многом определяют его возможности. Действующей армии необходимы боеприпасы, продовольствие, топливо, обмундирование, медикаменты. Поэтому образуется большое количество тыловых подразделений, примерно 10-12 человек на одного бойца на передовой. Вопросы снабжения и тылового обеспечения остро встали именно во Второй мировой войне, потому что это была маневренная война. И это естественно. Ко Второй мировой войне немцы разработали новый вид стратегии – «Блицкриг». Идея первоначально была выработана двумя британскими стратегами – генерал-майором Фуллером и капитаном Хартом. Они поняли, что из патовой ситуации траншейной войны был выход – удар моторизованными частями в самое сердце территории противника. Уничтожим мозг врага, а не его тело. Таким был девиз этой стратегии. Но немногие заинтересовались этой идеей, пока на нее не обратил внимания немец Хайнц Гудериан. В 1937 году он написал книгу под названием «Ахтунг Панцер», а за 2 года до этого создал первую бронетанковую дивизию. Стратегия «Блицкрига» включала в себя прорыв бронетанковыми частями заранее определенных слабых мест обороны противника. Любые же укрепленные районы просто обходились. Пикирующие бомбардировщики «Стука» обеспечивали поддержку с воздуха. Медленнее продвигавшаяся пехота и артиллерия на конной тяге использовались для подавления оставшихся после стремительной танковой атаки очагов сопротивления. Хайнц Гудериан командовал танковым корпусом во время оглушительного успеха Третьего рейха в нападении на Польшу и Францию, который был достигнут именно благодаря стратегии «Блицкрига». Однако стремительный успех на поле боя означает тщательную подготовку путей снабжения армии. Впервые с этой проблемой всерьез столкнулись в 1939-40 годах. Эта молниеносная кампания преподнесла немцам несколько уроков насчет снабжения, особенно в 40-м году во Франции. Она показала жизненно важное значение больших запасов топлива и, пожалуй, меньших запасов боеприпасов для такой скоротечной кампании. Также немцы поняли, что там, где ожидались серьезные бои, необходимо примерно равное количество топлива и боеприпасов. Но в такой стремительной кампании, как во Франции, соотношение запасов топлива и боеприпасов должно быть примерно 3 к 1.
Однажды немецкие танки заправлялись прямо на французских автозаправочных станциях. Они просто подъезжали к ним и использовали их запасы бензина для дозаправки собственных танков. Поскольку подобные вещи вряд ли могли пройти в дальнейшем, немцы извлекли ряд уроков. Тыловым службам тяжело было поспеть за высокомобильными танковыми подразделениями, выполнявшими приказ по глубокому прорыву в тыл противника. Поэтому были предприняты первые попытки сотрудничества между наземными и воздушными силами для обеспечения бесперебойного снабжения войск. Этот урок немцы хорошо усвоили. В начале 19 века Наполеон покорил большую часть Европы и обратил свои взоры на Россию. 130 лет спустя Адольф Гитлер также сосредоточил свое внимание на России. Его целью всегда было покорение Советского Союза и полное истребление большевизма. Он четко обозначил свою позицию еще в 1924 году. Уже на первой странице своей книги «Майн кампф» он говорил о «Лебенсраум» – жизненном пространстве на Востоке. 22 июня 1941 года три группы армий пересекли границу Советского Союза с Польшей и вторглись в пределы России. Началась операция «Барбаросса». Целью группы армий «Север» были Ленинград и Прибалтика. Группа армий «Центр» должна была совершить двойной охват советских войск на территории Белоруссии и продвигаться дальше к Москве. Группа армий «Юг» захватить юго-западную Россию, а к концу лета они должны были выйти на рубеж Каспийское море, Волга и Архангельск на севере. За первые четыре дня наступления немцы продвинулись вглубь России на 300 километров. Поразительный успех. Все шло по плану немцев. Кое-где русские даже приветствовали немцев, в которых они видели освободителей от тирании Сталина. Однако скоро они поняли, что Гитлер даже хуже Сталина. Поскольку большинство русских самолетов было уничтожено еще на земле, а Люфтваффе господствовало в воздухе, немецкие танки продвигались без проблем. Хайнц Гудериан командовал второй танковой группой и параллельно с третьей танковой группой генерала Хоффа продвигался с ошеломительной скоростью. Они окружили третью, четвертую и 10-ю советские армии. На снабжение войск и тыловое обеспечение оказывали сильное влияние условия, в которых протекала русская кампания. Главными проблемами были большие расстояния, плохие дороги и неразвитая сеть железных дорог. Весна и осень были настоящими сезонами грязи, а зимой были еще и страшные морозы. Немецкой армии приходилось доставлять огромное количество припасов по труднопроходимой местности. Проблема заключалась в нахождении баланса между необходимым количеством припасов и преодолением трудностей по их доставке. Огромный размер театра военных действий был главной причиной трудностей в снабжении немецких армий. Фронт был растянут на 3 с лишним тысячи километров с севера на юг. А самая дальняя его точка была ближе к Каиру, чем к Берлину. Снабжать армию в таких условиях чрезвычайно тяжело. Гудериан и Хофф продолжили состязание в скорости. Хофф первым добрался до Минска, а когда подоспел Гудериан, они окружили город. Минск сдался через 2 недели. Немцы взяли в плен 324 тысячи человек, захватили 3300 танков и 1800 орудий в районе Белосток-Минск. Следующей целью Гудериана и Хоффа был Смоленск, находящийся в 320 километрах. Их командующий фельдмаршал Клюге, хотя и волновался в том, что пехота не поспевает за танками, отдал приказ о продолжении наступления. Стремительный Хайнц, как прозвали Гудериана, ринулся дальше на восток, поддерживаемый Хоффом. Смоленск пал через неделю, а две танковые армии снова встретились, окружив еще две русские армии. Несмотря на контратаки с юга и востока, танковые части удерживали русских в окружении до подхода пехоты 27 июля. Теперь дорога на Москву была открыта. Этим в свое время не сумел правильно воспользоваться Наполеон.
Солдаты победоносных танковых дивизий устанавливали указатели, на которых было написано «На Москву». Еще один бросок, и все было бы кончено. А затем Гитлер вдруг решил поменять направление главного удара. Гудериан был в смятении. Его непосредственные начальники генерал Холдер и фельдмаршал Бок поддерживали его, поэтому в августе Гудериан полетел в ставку Гитлера, чтобы обратиться к фюреру. Он утверждал, что войска должны были дальше продвигаться к Москве. Ведь они были всего в 350 километрах, они должны были закончить дело. Гитлер выслушал пылкую просьбу, а затем устроил ему разнос. Разве Гудериан не понимал, что Германия должна отрезать Советский Союз от запасов топлива? Гитлер также хотел уничтожить аэродромы в Крыму, с которых совершались налеты на немецкие нефтяные месторождения на Украине. Но больше всего, конечно, он хотел захватить запасы нефти. Войска Гудериана и Хоффа разделились. Хофф повернул на север, чтобы помочь штурму Ленинграда, а Гудериану было приказано повернуть на юг. Сам он рассматривал этот маневр как отклонение на 1000 километров в сторону с целью оказания помощи в наступлении на Киев и захвате Украины. Сталин призвал людей уничтожить все за собой. Он решил применить тактику выжженной земли и приказал не оставлять за собой ни единого паровоза, ни единого вагона, ни единого грамма зерна. Люди так и поступали, поэтому немцам приходилось доставлять все необходимое из Германии. Россия не собиралась становиться складом зерна для Третьего Рейха. Тактика выжженной земли, примененная Сталином, была довольно отчаянной мерой, но в России в избытке есть одна вещь, благодаря которой такая тактика является приемлемой – гигантское пространство. Поэтому русские отступали, уничтожая все за собой, оставляя немцам лишь пустынную местность. Примерно то же они проделали с Наполеоном. Они опустошали сельскую местность, не оставляли немцам ни малейшей возможности отдохнуть или запастись припасами, выигрывая время. Они завлекали противника вглубь своей территории, где тот находил лишь пустынные земли. Поскольку эта тактика была не впервые, то она также давала свои плоды, реальные плоды. Генерал Хофф присоединился к немецким и финским войскам, осаждавшим Ленинград. Когда они окружили город, у русских оставался только месячный запас продовольствия. Паёк был уменьшен до трети количества пищи, необходимого для того, чтобы выжить взрослому человеку. Многие умерли, но с наступлением зимы русские смогли пустить по замерзшему льду грузовики, доставлявшие в осажденный город боеприпасы, продовольствие и прочие припасы. Ленинград продержался 900 дней, прежде чем была снята осада. Поскольку Гитлер на полгода задержал старт русской кампании, зима приближалась, а цели операции «Барбаросса» все еще не были достигнуты. Но даже несмотря на это, Третий Рейх добился поразительного успеха. Однако во время операции «Тайфун», которая вновь сделала Москву целью немцев, появились первые признаки неприятностей. Генерал Франц Холдер написал в своем дневнике 7 октября 1941 года о том, что плохая погода мешала продвижению танковых войск стремительного Хайнца Гудериана. Это было началом распутицы. Русские называли осень и весну сезонами грязи. Наполеон называл эту грязь пятым фактором погодных условий. Распутица, сезон грязи, сильно повлияли на ход кампании, особенно осенью. Примерно на 3 недели в октябре все дороги превращались в месиво. Большинство русских дорог не было асфальтировано. Они были преимущественно грунтовыми, и дожди делали их непроходимыми. Практически все движение на фронте прекращалось и возобновлялось только с наступлением холодов, когда грязь замерзала. Вторым сезоном грязи была, конечно, весна, когда таяли снега, и дороги опять скрывались под слоем грязи. С приходом зимы грязь затвердевала, и дороги снова становились проходимыми. Немцы рассчитывали, наконец, использовать танки. Но в страшные морозы, когда температура достигала минус 40 градусов по Цельсию, они попросту отказывались заводиться. У немцев не было запасов антифриза, поэтому единственным способом прогревать танки было оставлять их двигатели включенными.
Это расходовало огромное количество драгоценного топлива. Даже искусственная резина, так называемая буна, затвердевала в экстремальных условиях, что выводило из строя автоматическое оружие. Тыловые службы также столкнулись с трудностями. Немецкие лошади, тянувшие большинство припасов и полевые орудия, были не такими крепкими, как лошади русских. Они не выносили холода и погибали. Запасы и артиллерия не доставлялись вовремя туда, где они были нужны. С наступлением зимы 1941 года перед тыловыми службами встала очень серьезная проблема. У немцев осталось очень мало каналов доставки припасов на фронт. Железные дороги и так использовались с полной нагрузкой, а Вермахт 4 не определился, что же посылать на фронт в первую очередь – обмундирование или боеприпасы. Было очень важно держать фронт боеспособным, поэтому предпочтение отдали боеприпасам. Из-за этого многие тысячи солдат страдали от мороза. Им действительно нужна была зимняя форма. Зимой 1941 года вылезла наружу вся несостоятельность немецкой системы снабжения. Немецким войскам не хватало продовольствия, топлива, боеприпасов, фактически всего. А русские, гораздо более приспособленные к таким условиям, в это время начали свое контрнаступление. Таким образом, зима 41 года не только значительно подорвала снабжение и боеспособность немецкой армии, но и дала возможность советской армии начать первое успешное в этой войне контрнаступление. Можно сказать, что зимняя кампания 41 года вселила в русских уверенность в том, что они действительно могут победить немцев. Немецкая промышленность произвела запасы зимнего обмундирования в достаточных количествах, но оно не было доставлено на фронт. Потому что Гитлер был уверен в том, что война закончится до наступления зимы. Русские железнодорожные пути были проложены таким образом, чтобы они соответствовали европейской ширине колеи. Но из-за морозов паровозы перестали работать. Вопрос встал так – одежда или боеприпасы? Немецкие войска во Второй мировой войне использовали большое количество видов оружия, отличавшегося по размерам и калибру. Они использовали даже трофейное оружие, в том числе и танки. Все это было очень трудно снабжать. Союзники же использовали только танки «Шерман» или «Черчилль», а что, в отличие от немцев, позволяло снабжать войска довольно эффективно. Использовать трофейное оружие, в том числе и танки, стало достаточно популярным методом ведения войны. И это было оправдано. Различная ширина колеи представляла серьезную проблему для немцев. Немецкая составляла 1,65 м, а русская 1,46 м. У немцев не хватало автомобильного транспорта, поэтому им приходилось использовать русские железные дороги, но тут и возникала проблема с шириной колеи. У них было два выхода. Первый – переложить русские рельсы под размер немецкой колеи, но эта операция заняла бы немыслимое количество времени. А другой выход – переделать немецкие паровозы и подвижной состав под русский размер колеи. Проблема заключалась в том, что можно было удлинить оси у вагонов, но было абсолютно невозможно удлинить их у паровозов. Немцы находились в очень большом затруднении. Дело усугублялось и тем, что русские уничтожали за собой железнодорожное полотно, подвижной состав, мосты и так далее, а также тем, что немецкое командование не обеспечило нормальное снабжение и, собственно говоря, не создало специальные железнодорожные войска, которых была такая нужда. Проблема с железными дорогами так и стояла перед немцами всю войну. У немцев не было теплых головных уборов, не было шинелей на теплой подкладке, не было теплых перчаток и зимней обуви. Их обувь была точно по размеру, поэтому нельзя было надеть лишнюю пару носок. У их сапог была металлическая подошва, и каски также были стальными. При минусовой температуре металлические части примерзали к ногам и головам солдат. От жуткого мороза из каждой тысячи человек погибало около 400.
А зимнее обмундирование в это время без пользы стояло на железнодорожных станциях Харькова и Киева. Русские же были более приспособлены к таким условиям и носили подходящую зимнюю форму. Немцам пришлось отступить. Они оставили Белов, на следующий день Чернь и так далее. Скоро они были отброшены на 250 километров от Москвы. Гитлер снял с должности более 30 генералов за отход в нарушение приказа. Среди них были генералы Бок и Румштадт, а также сам Гудериан. Этот блестящий военачальник, участвовавший в разработке стратегии Блицкрига, больше никогда не командовал на поле битвы. В то время как Сталин продолжал контрнаступление, промышленность переезжала восточнее. После того, как немцы уничтожили около 3000 заводов, Советский Союз остался лишь с третью своей былой промышленной мощи. Чтобы сохранить оставшееся производство, Сталин решил перевести целиком заводы на 1000 километров восточнее, туда, где их не смогли бы достать Люфтваффе. Сталин установил практически невыполнимый полугодовой срок, но в него почти точно уложились. Заводы переехали в Поволжье, на Урал, в Среднюю Азию и даже в Сибирь. После переезда на новое место главной задачей стал монтаж оборудования, ну и тут все прошло успешно. И заводы заработали на полную мощность уже через 3 недели. Но заводы бесполезны без рабочих, поэтому на восток отправились 20 миллионов человек, 210 тысяч только из Москвы. Пассажирские поезда использовались для перевозки войск, поэтому рабочим предоставили товарные поезда. Тысячи людей погибли в ледяных вагонах. Вагоны с печками были также опасны. Люди задыхались от угарного газа. Это было самое большое перемещение населения в истории. Заводы сразу начали производить продукцию, которая должна была изменить ход войны. Зачастую солдаты приезжали на завод, помогали собрать свой танк и отбывали в зону боевых действий. Немцы же проектировали огромные танки вроде «Тигра», которые было тяжело производить и доставлять на фронт. Их танковые дивизии, воевавшие в России, не получали новых машин. Африканский корпус. Войска фельдмаршала Роммеля в Северной Африке также не получали танков в нужном количестве. Роммель не был специалистом по снабжению. Он говорил, что его дело воевать, и утверждал, что припасами должны заниматься другие. Его солдаты отправлялись на любые расстояния, чтобы только захватить припасы англичан. У англичан были даже консервированные фрукты, а у солдат немецкого африканского корпуса ничего. Когда они взяли Тобрук, то получили возможность поменять свою форму, превосходно маскирующую в лесах Баварии, на более подходящую для пустыни английскую. Североафриканская кампания обнажила многие проблемы тыловых служб и сил снабжения. Там не было железнодорожных путей, только одна прибрежная дорога и еще несколько грунтовых дорог. Очень тяжело было достать воду, так же как продовольствие, топливо и боеприпасы, поэтому все это надо было войскам. Настоящим препятствием для немецких путей снабжения была Мальта. На этом маленьком острове в Средиземном море базировались бомбардировщики и подводные лодки, атаковавшие итальянские корабли, которые снабжали африканский корпус. В середине 1940 года у Муссолини было 772 корабля. Общим водоизмещением 3 345 265 тонн, а в начале 1943 года он увеличил свой флот еще на 129 судов. С другой стороны, за это время союзники потопили более половины его флота, 568 судов. После того, как все эти суда пошли ко дну, африканский корпус стал очень остро нуждаться в припасах. Роммель мог винить только самого себя, ведь это он откомандировал самолеты, предназначавшиеся для бомбежек Мальты, для решения своих собственных задач. По мере того, как Роммель одерживал новые победы, его линии снабжения все больше и больше растягивались. Теперь грузовики, доставлявшие топливо, потребляли его практически в тех же количествах, которые и доставляли. По мере того, как войска Роммеля ослабевали, 8-я армия Монтгомери
с немного менее растянутыми линиями снабжения все усиливалось и усиливалось. Немецкие войска все же обходились своему правительству гораздо дешевле, чем американские или британские. Американской или британской дивизии в день было необходимо около 500-700 тонн припасов, немецкой – около 200 тонн, а русской или японской – и того меньше. Это известный исторический факт. В конце североафриканской кампании в корпусе Роммеля практически не осталось работающей техники. Причем это было вызвано не действиями союзников, а просто недостатком запчастей. В России в феврале 1942 года немцы также нуждались практически во всем. Русские войска окружили под Демьянском немецкий второй корпус численностью в 100 тысяч человек. Доставлять припасы можно было только по воздуху. Транспортные юнкерсы сбросили 65 тысяч тонн грузов и все-таки спасли окруженных. Через 72 дня они были деблокированы. Этот успех, однако, имел печальные для Третьего Рейха последствия. Операция под Демьянском придала немцам уверенность в том, что войска можно снабжать по воздуху. Эта уверенность позже их и подведет. К марту 1942 года русские организовали пути снабжения и образовалась стабильная линия фронта. Немцы выдержали первую русскую зиму, и они все еще находились глубоко на территории Советского Союза. Зима еще не сломила их, а наступившее лето вновь возвращало им преимущество. Операция «Блау». Гитлер разработал операцию «Блау», которая имела даже более далеко идущие планы, чем операция «Барбаросса». Ее целью был захват нефтяных месторождений Кавказа массированным двойным охватом. Удар слева должны были нанести немецкие войска из России, а справа – африканский корпус Роммеля, который должен был пройти через британский Египет, по пути захватив аравийские нефтяные месторождения, а затем, продвигаясь по Ближнему Востоку, выйти к Черному и Каспийскому морям. Гитлер ожидал, что Турция тоже присоединится к странам Оси. Кульминацией его плана должно было стать образование в Средиземном море державы, превосходящей по размерам Римскую империю. Первые результаты немецкого наступления в 1942 году были весьма впечатляющими. В результате операции «Охота на дров» был полностью взят под контроль Керченский полуостров, а в результате операции «Осетр» был взят Севастополь. «Der Russ ist tot», «Россия мертва», – провозглашал Гитлер. Миллионы людей погибли, 500 000 было взято в плен, но это еще не было поражением. У русских был очень неприятный сюрприз для немцев. Он назывался «Сталинград». Во многом именно Сталинград стал поворотной точкой войны. Черчилль назвал его судьбоносным моментом. 28 июня 1942 года немецкие войска из района Курска начали наступление в сторону Воронежа. Однако они не встречали серьезного сопротивления. Это было странно, поскольку русские всегда отчаянно отбивались. Обычно бойцы Красной Армии сражались за каждую пядь земли, но тут они отступали. Операция «Блау» застопорилась. Как могли немцы окружить и разгромить противника, если перед ними не было никакого противника? Тактика «Блицкрига», так хорошо до того работавшая, дала сбой. Немцы не могли сокрушить оборону врага, если ее перед ними не было. Однако тогда это вряд ли имело значение, поскольку они продвигались со значительной скоростью. 24 июля после ожесточенных боев пал Ростов, врата Кавказа. Перед немцами, как на блюдечке, лежали нефтяные месторождения. Плохо защищенный Сталинград, казалось, станет легкой добычей для генерала Фридриха фон Паулюса с его 6-й армией. И тут у танков закончилось топливо. Это было как нельзя не кстати. Если вы доставляете запасы по земле, морю или воздуху, будьте готовы к тому, что вражеское нападение может намного сократить то количество, которое попадет на фронт. Но надо помнить и о том, что припасы, а особенно лучшая их часть, могут быть расхищены собственными войсками, а солдаты на передовой, будь они немцами, русскими, англичанами или американцами, будут жутко недовольны тем, что припасы до них не доходят. Или доходят в малых количествах, конечно, не самые лучшие.
Поэтому ненависть к собственным тыловым службам зачастую была даже сильнее, чем к самому противнику. Во время высадки в Нормандии авиация союзников была настолько сильна, что немцы могли передвигаться только по ночам. Все, что показывалось днем, немедленно атаковалось самолетами союзников. Превосходство союзников было настолько велико, что немецкие войска в любой операции изначально находились в невыгодных условиях. Так однажды командир одной дивизии, выдвигавшейся к районе боевых действий 6 июня в день Д, обнаружил, что из строя выбыло около трети солдат еще до того, как они добрались до берегового плацдарма. Танки генерала Паулюса стояли без действия с пустыми баками для горючего, целых 18 дней. Это продолжалось до 21 августа, когда 6-я армия переправилась через Дон и начала продвижение к Сталинграду. Но к этому времени Красная армия была уже готова. Под Сталинградом по войскам Паулюса открыли огонь орудия, расчеты которых составляли женщины, заводские рабочие. Советская армия была единственной во Второй мировой войне, в которой воевали женщины. Танки генерала Паулюса стали штурмовать тракторный завод, переоборудованный под военное производство. И тут из его ворот появились новые Т-34-ки. Управляемые рабочими, которые заканчивали их сборку несколькими часами ранее. Немцы с боями брали Сталинград. Когда 6-я армия наконец овладела городом, советские армии 5-я танковая, 21-я, 51-я и 57-я захлопнули ловушку. В окружении оказалось примерно 250 тысяч солдат вермахта. Нехватка ресурсов. В операции «Блау» было задействовано примерно 100 из 150 немецких танковых дивизий в России. Немецкой армии требовалось еще 600 тысяч человек. К тому же немцы заменили лишь десятую часть из 75 тысяч машин, выведенных из строя зимой. Немецкая военная промышленность переключилась на производство подводных лодок, которые должны были сокрушить Великобританию в битве за Атлантику. Ведь Гитлер ожидал легкой победы над Советским Союзом. Хуже всего было то, что немецкая военная промышленность стала менее эффективной по сравнению с началом войны. В 1941 году было произведено 10 тысяч самолетов, а в 1942 году всего лишь 4 тысячи, что было недостаточно для восполнения потери. Про промышленность говорили, что она, как ее начальник, толстая и неумелая. Рейхсмаршала Германа Геринга знали как руководителя не только немецкой промышленности, но и Люфтваффе. Он рассчитывал организовать снабжение окруженных в Сталинграде войск. Геринг постепенно терял благосклонность фюрера. Его Люфтваффе позволили противнику эвакуироваться из Дюнкерка, а затем проиграли битву за Англию. Герингу нужно было вернуть расположение фюрера, поэтому он пообещал Гитлеру, что он больше не подведет его. Он рассчитывал спасти 6-ю армию, так же, как ему удалось спасти окруженный 2-й корпус под Демьянском. Поэтому он начал сбрасывать припасы окруженной армии генерала Паулюса с самолетов. Вообще говоря, некоторые попытки снабжения немцами своих войск с воздуха были довольно успешными. Так, когда в результате русского наступления в декабре 1941 года многие немецкие части были окружены, они получали приказы занять круговую оборону и ждать пополнения припасов с самолетов. В большинстве случаев это срабатывало. Например, большой мешок под Демьянском недалеко от Москвы довольно долго снабжался с воздуха. Однако случались и провалы, самым страшным из которых стал Сталинград. Снабжение Демьянского мешка зимой 1941-1942 годов было очень успешной операцией. Но после этого успеха у Геринга создалось впечатление, что подобный способ снабжения
возможен при любых условиях. Он хвастал Гитлеру, что сможет таким образом помочь войскам в Сталинграде. Но на этот раз снабжение с воздуха не удалось, и целая армия осталась без припасов. Сталинградская битва стала битвой двух тиранов. Сталин не мог допустить, чтобы город, названный в его честь, сдался противнику. Он обратился к защитникам города так: «Ни шагу назад. У Волги есть только один берег». Гитлер, которого не волновала до такой степени Москва, теперь стал просто одержим. Он издал «Фюрербефель» — приказ удерживать город всеми средствами. Для немцев началась «Ратенкрик» — крысиная война. У 6-й армии Паулюса был шанс вырваться из окружения, когда генерал Манштейн во главе недавно сформированной группы армий «Дон», в которой входила и 4-я танковая армия «Хоффа», попытался спасти их. 12 декабря генерал Хофф начал с боями пробиваться на север. Через неделю его танки находились на расстоянии пушечного выстрела от Сталинграда. Все, что теперь надо было делать 6-й армии, это выходить с боем из окружения. Генерал Паулюс ждал от Гитлера кодового слова «Донершлаг» — удар грома, но так и не дождался, а идти против воли фюрера Паулюс не хотел. В конце концов, Манштейну пришлось отвезти танки Хоффа, и вся их операция стала просто тратой времени. Из-за неудач немцев на других направлениях Люфтваффе пришлось 24 декабря 1942 года покинуть базы в Морозовске и Тацинской и перебраться в Сальск. Это означало, что расстояние до Сталинграда увеличилось со 190 километров до 320. Меньше чем через две недели им пришлось перебраться в Шахты и Новочеркасск в 450 километрах от Сталинграда. Геринг пообещал доставлять окруженным 500 тонн припасов в день, но лишь в отдельные дни в январе 43 года ему удавалось доставлять более 100 тонн. Дневные пайки осажденных в руинах были уменьшены до 70 граммов хлеба, 200 граммов конины вместе с костями, 11 граммов масла, 11 граммов сахара и одной сигареты. Они ели мясо своих лошадей. К декабрю 1942 года немцы в Сталинграде были физически и морально истощены, умирали от голода и замерзали до смерти, у них развивались сердечные болезни, а скудные пайки ослабляли в них волю к жизни. Какими-то сверхчеловеческими усилиями немцы оказывали сопротивление до января, но к этому времени они так отощали, что походили на привидений. Они сражались в самых жутких условиях, какие себе можно было представить. Им нечем было жечь костры. Дров уже просто не было. Все, что у них было, это уменьшающаяся с каждым днем надежда на снятие осады, потому что не работала, да и не могла работать доставка припасов по воздуху. Зайцер, который нес ответственность за ситуацию в Сталинграде, отправился в ставку Гитлера, чтобы убедить его в том, что Геринг ошибся, и самонадеянно хвастался. Но Гитлер не обратил внимания на цифры, которые доказывали, что 6-й армии угрожает голодная смерть. В конце концов, Зайцер оказался прав. Генералу Паулюсу необходимо было топливо, но Люфтваффе предпочитало сбрасывать припасы, нежели делать рискованные посадки. Но в любом случае, через некоторое время посадки стали все равно невозможными. 6-й армии в день было необходимо 120 тонн топлива и 250 тонн боеприпасов, продовольствия и медикаментов. На это требовалось 75 полетов в день над вражеской территорией, а для этого потребовалось бы все транспортные самолеты, имевшиеся в распоряжении Люфтваффе. Абсолютно все, включая находившиеся в России, в резерве в Германии, а также во Франции, Северной Африке, Норвегии и так далее. Это было попросту невозможно. Самолеты Люфтваффе доставляли 85 тонн грузов в день, и это было не так плохо.
Однажды по ошибке самолеты сбросили голодающим, страдавшим от вшей и тифа, солдатам 6-й армии миллионы упаковок противозачаточных средств. Единственные женщины, которых на войне встречали немцы, носили военную форму и кидали бутылки с зажигательной смесью. Офицеры армии Паулюса либо бросались под огонь противника и погибали, либо совершали самоубийство. Повсюду были снайперы. 10 января 1943 года русские решили добить окруженных. 7 армий были нужны им на других фронтах. После массированной артподготовки в наступление пошли русские танки и пехота, а с воздуха позиции немцев атаковали бомбардировщики. Но даже при этом немцы продержались еще неделю. 31 января 1943 года из Сталинграда поступило последнее сообщение. «Русские уже у дверей нашего бункера. Мы уничтожаем оборудование. Эта радиостанция больше не будет передавать». Сталинград был освобожден. После освобождения Сталинграда Сталин приказал начать рельсовую войну. Советские партизаны парализовали немецкие линии снабжения. В период с июля по сентябрь было разрушено более 17 тысяч путей. В ответ немцы истребляли целые деревни, но это не прибавляло припасов отступающим войскам вермахта. Все было кончено. На немцев обрушилась мощь серпа и молота. Они отступали и отступали. На Западном фронте немцев бомбили днем американцы, а ночью англичане. Немцы не могли соперничать с промышленностью Америки, Великобритании и Советского Союза. То немногое, что немцы производили, уничтожалось, даже не достигнув фронта. Танки «Тигр», имевшие лучшую броню, не могли производиться в нужном количестве и противостоять превосходству союзников в воздухе. Когда союзники планировали высадку в Нормандии, они помнили, что для достижения успеха было очень важно снабжение, особенно снабжение топлива. После неудачного нападения на Диаперы союзники страны Оси поняли, что тот, кто удерживает европейские порты, контролирует Европу. Немцы не ожидали, что союзники доставят свои порты к берегам Франции. Но именно это они и сделали. Гавани Малбери представляли собой большие конструкции, доставленные к берегам Франции в разобранном виде, которые затем превратились в гавани размером с Дурский порт. 600 больших частей были доставлены с помощью 200 буксиров, и из них получилось два порта. Один под Самуроном на пляже Умахар, а другой под Эроумаш на Золотом пляже. Для доставки топлива союзники проложили Плутон. Трубопровод по дну моря от острова Уайт до Руона. Позже он был удлинен до самой Германии. Топливо было крайне необходимо из-за большого количества техники. 37 тысяч машин было выгружено уже во время первых высадок при открытии Второго фронта. К декабрю 1944 года немцам, пожалуй, следовало прекратить сопротивление. Характерным признаком того, что не все в порядке, стало то, что во время последней крупной наступательной операции, Арденской, немцы полагались на захват запасов боеприпасов и топлива у союзников. Если немцы дошли до такого отчаянного шага, если система снабжения вышла из строя, то действительно надо было сдавать оружие. Если начинают иссякать запасы продовольствия и ресурсы, эффект, оказанный этим на боевой дух войск, зависит от нескольких факторов: от дисциплины и морали в войсках, от уверенности в командном составе и тому подобное. Человек, в принципе, может прожить без еды и питья довольно долго, но при условии, что в армии высок боевой дух, и он уверен в своих командирах, вооружении и так далее. Серьезные проблемы могут возникнуть с техникой, которая без топлива и боеприпасов просто бесполезна. Лошади гораздо хуже, чем человек, переносят недостаток еды и питья. Люди будут роптать, но потуже затянут ремни и продолжат воевать.
А вот лошади сдаются и умирают за поразительно короткий срок. Поэтому стойкость во многом зависит от обстановки, обстоятельств и тому подобного. Конечно, немецкие войска в Сталинграде держались очень долго, но они не смогли вынести тех ужасающих условий, в которых им пришлось сражаться, хотя фюрер и приказал им биться до последней капли крови. Планы Гитлера по захвату всей Европы были похоронены в России, точно так же, как и планы Наполеона за полтора века до этого. Причиной тому была не русская зима, а неспособность обеспечить снабжение своих войск. Гитлер недооценил роль снабжения в войне и потерпел поражение.